Наша дорога жизни, много было обращений в течение 3 лет, как она действует, о том, что необходимо ее осветить. И в прошлом году было запланировано по программе «Светлый город» освещение этой как раз дороги. В этом году были проведены работы, в прошлом году запроектировали, и уже на сегодняшний момент эта дорога жизни, она освещена. У нас есть возможность начать согласовывать и с Министерством транспорта Московской области, и с Департаментом транспорта города Москвы возможность запуска маршрута из Красногорска в сторону Москвы именно по этой дороге, что сокращает путь. Нет необходимости ехать на автобусе через Пинягинское шоссе, либо выходить через Волоколамское. То есть мы с народного ополчения на речную. Там есть, конечно, необходимость до введения других дорожных условий, в частности, примыкания улицы Речной и вот этого проезда в сторону дороги жизни, чтобы поворачивать мог налево общественный транспорт. Но это как бы сопутствующие уже условия. Главное было условие – это безопасность и работы в зимний период. Все это было освещение этой дороги.